Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности. Глава государства отметил вклад президента Таджикистана в укрепление казахско-таджикских отношений. Президенты обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Стороны договорились поддерживать активный политический диалог на высшем уровне и обсудили график предстоящих встреч.